Эй, панда, это ты? Да, привет. Я не понял, ты что, на велике на Кипр ездишь? Ну, блин, да, я не знаю, где вообще взять хорошую машину. Я не хочу тараканы тут на Кипре смотреть. Какие-то тараканы вообще, понимаешь? А что ты меня не спрашиваешь? Пойдем, я тебе покажу хорошую машину. У вас хорошая машина, такие, ну, богатая кипрская жизнь. Пойдем, покажу и выберешь. Господи, мой черный бог, пошли. Как я тебе обещал. Ну? Как тебе вот эта машина? Как называется компания? Вояж. Вояжка? Конечно, Вояж. Как? Ну, а ты, кстати, по-французски знаешь? Bien sûr, je parle français. А что такое Вояж? Вояж, ça signifie путешествие. Путешествие. Будешь путешествовать на этом или как? Нет, это слишком маленькое. Господи, слишком я черный, понимаешь? Да, кабрио. У черный должна огромная черная хуйня. Понимаете? Пойдем, я тебе черную. Это для белей. Черную большую хуйню покажи, пожалуйста. Как тебе такая? Вот это другая. Боже мой. Она черная, как я. Видишь? Черный, как ты. Черная, как он. Шикарно. Можно попробовать? Садись. Тактика! Осторожно только. Это не Виллис. Это не Виллис. Боже. Богатая кипрская жизнь. Ну, пока. Ну как, панда, покатался? Ну смотри, это все прекрасно, мне очень нравится. Я уже думаю, наверное, мне приехать жить на Кипр. Можешь спокойно. Можно. Хочешь кабриолет сделать? Кабриолет мне нравится. Мерседес кабриолет. Смотри, у тебя есть машина для богатой девушки? Для богатой девушки, конечно. У меня есть просто очень много богатых белых девушек. И им нужно что-то такое богатое. Бентли, хочешь Бентли? О, вот это да. Bentley. Вот это классно. У вас есть Инстаграм какой-то? У нас есть Инстаграм, ТикТок, Телеграм. Супер. Сайт, друзья, Google, все что. Смотрите, стоит. Панда на Кипр. Охуенно, извините, мой французский язык. Охуенно удовольствие. Вояжкар. Если вы хотите получить охуенно энергия, оргазм иногда тоже. Пишите, скажите, добрый день, от панда мы видели рекламу, мы хотим взять машину. Скидка у вас будет там. Позвоните мне, я вам дам скидку. Это он правду говорит. Ай, пышка. Господи! Вы слышали звук? Клек! А когда закрывает дверь? Вы еще не готовы, послушайте. Ого! Это айпушка! Я больше в Африку не вернусь. Все, Африка, до свидания.